Итак, мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И это сет номер 2, шейно-воротниковая зона с головой. Да, она включается у нас в общий массаж спины. Мы уже обошли человека, встали с этой стороны, поставили руки вот так и растираем верхний пучок дельтовидной мышцы. Быстро-быстро, энергично, это растирающая техника. Потом пальцы больших как раз удобно ложатся на ямку между акромиальным отростком и ключицей. Вот тут точка, да. Обходим косточку. К акромиальному отростку крепятся дельтовидные пучки. Вот мы их все отжимаем от нее, мясо как бы отжимаем вот таким движением. И вокруг лопатки продолжаем движение. И возвращаемся обратно к исходной точке. То есть фактически мы нарисовали крылышки Купидона. Вот как бы перышки рисуем. Крылышки Купидона нарисовали. Захватили кожу, натянули на себя всю вот эту холку. Прям плотно можем захватить, да, лапы леопарда. Руки тут же развернулись. И с этой холкой можно не жалеть. Как я вам говорил, по ней можно бить, по ней можно косточками водить. Вот прям по осистым отросткам. Вот я через них, видите, езжаю. Раздавливаю ее. Так вот можно ее продавить. Можно простучать, но я сейчас стучать не буду. Упираемся теперь в уголок лопатки. Вот мы их расширили. Кулаки обходят вот этот уголок лопатки. Сейчас я вам на доске покажу, где он находится. То есть лопатка у нас же развернулась сейчас. Вот так вот она развернута, да? Вот мы ее раздвинули, расширили. Обошли уголок, развернули руки. И прием называется бронетранспортер. Спускается с холмика. Спускается и застрял. Забуксировал. Да. Второй проход. Раздвинули. Опять обошли уголки, и вот мы рисуем, видите, рисунок на коже появляется, и рисуем иверийский канделябр минора. Уперлись теперь в тазовые кости и их расшатали вот так вот по очереди. То есть у нас идет декомпрессия таза в противоположную сторону. Третий проход. Открыли, рисуем опять минору, иверийский канделябр, добавляем пятую, вот девятую получается. Девятый подсвечник. То есть каждая сторона у нас же по 4, да? Девятого не хватает. Вот добавили девятый. Мягко обходим каждый вот этот позвонок. Упираемся в крестец. Его размассировали вот эти вот крестцово-подвздошные сочленения. И зажигаем как бы вот на подсвечнике свечки. Зажгли, да? Далее всю ягодицу по очереди. Вот так вот оттягиваем. Но основа у нас то, что запястье упирается в подвздошную кость. Растягиваем, растягиваем по диагонали. Соответственно, упираемся в самую выступающую подвздошную косточку, в ось подвздошной кости, а тут в ось лопатки. Вот потянули. В другую сторону потянули. И теперь художник стирает картину. Все это стерли несколько раз. И энергию с выступающих углов локтей сбросили по углам комнаты. Темную энергию сняли. Вернулись к исходной точке. Это будет сет номер 2. А с вами был Олег Алавгудвин. Приходите ко мне на занятия, слушать сказки и о том, как помочь людям.